Om karoti vachalam pangum langhayate girim yat kripa tamaham vande paramananda madhavam. Ну вот мы остановились на седьмой шлоке, и я даже не помню, на какой. Давайте я прочитаю, и мы увидим, где мы остановились. И там, На шестом, по-моему. на шестой даже. Махаршаях саптапурви чатваро манавастатха мадбхава манаса джата ешам лока имав праджаха. Это мы читали. И там вибхутим йогам ча мама йове титатватах со викампена йогена юджиате на трасаншаях. И тот, который знает мою йогу, вибхути йогу в деталях, он, несомненно, этой йогой будет связан или будет объединен с этой йогой. Этой йогой он объединяется со мной. То есть тот, кто знает мои воплощения в природе, тот, кто видит все аспекты мои в природе, он этой йогой, так сказать, которая тоже не untrembling, а викампа, которая не дрожит, не fluctuating, у нее нету, она абсолютно стабильная. Этой стабильной йогой он объединяется. Объединяется, имеется в виду со мной, конечно, с божественным, или же все его части работают как одно. То есть внешнее и внутреннее сознание уже становится единым. Это, собственно, проявляет божественное в этом мире. Почему это так сказано? Потому что вибхути-йога – это и есть йога воплощения божественного. Кто узнает божественное в природе, да, по существу, таттватах, кто узнает его воплощение в природе, как он говорит, мое воплощение, тот такой стабильный, стабильным объединением соединяется, и нет в этом сомнения на атрасамшаях. Агам сарвасья прабхавах. Я есть всего начало. Маттах сарвам правартате. От меня все происходит. Начинается. Ити матва. Зная так, бхаджанте мам, буддах, меня мудрые обожают. Бхава саманвита, поддержанные этим состоянием. Этим состоянием поддержанные мудрые обожают меня. Каким состоянием? Этим же. Что я есть всего начала, от меня все происходит. Вот такое должно быть состояние, ну, что ты знаешь, постоянно помнишь, что все из божественного происходит. Он есть начало всему. Поэтому должен быть
должен быть какой-то план в этом, я думаю. Какой же план у божественного в этом всем? Вот Наталья к нам пришла. Привет, Наталья. Ну вот наше вот такое состояние помнить все время, что все есть божественное, что все исходит от него, он есть начало всему. Я есть начало всего, от меня все происходит, зная так, мудрые обожают меня, поддержанные этим состоянием, поддержанные этой бхавой. The wise adore me in rapt emotion. Так это здесь сказано. А по существу, дословно, следуя этой бхаве. Может быть, следуя этой бхаве, то, что они думают о том, что он изначальный, так сказать, знают, либо поддержанные этой бхавой, что они обожают его так. Не знаю, к чему отнести эту бхаву. Наверное, можно и к любви, или же к знанию. Вот, наверное, мы отнесем ее к разным вещам. Да я отнесу, наверное, к тому, что мы знаем, что он изначальный, с него все происходит. А многие из вас, наверное, отнесут это к любви, да? Поддержанной этой любовью. Все это сливается, наверное, да? И знание, и любовь в одну эту бхаву. Наверное. Вот Наталья должна что-то сказать по этому поводу. Доброе утро. Добрый. Я только пытаюсь войти как бы в гиту. Но я вхожу на этих словах, и оно как-то сразу звучит. Сразу о Господе. Да. То есть поддержанные вот это интересное бхава саманвитаха. Дословно, если разобрать сам ану итах, то есть идущие вслед до конца или абсолютно, абсолютно следуя этой бхаве, следуя этому чувству. Наверное, скорее чувство имеется в виду, то есть этому чувству любви. Абсолютно преданные этой любви божественному, да? И разделение себя с ним. Они знают, что он изначальный, он исток всего, и от него все происходит, от него все исходит. Вот это все тоже очень важно, это не какое-то часть или все хорошее. Все вместе с плохим, хорошим, с светом, тьмой, со всем вместе, с невежеством. Все исходит из него, от него. И тогда появляется новый взгляд на все. Тогда, наверное, можно увидеть, что он хочет, как он себя манифестирует. Вот эта манифестация вибхути-йога, которой мы занимаемся сейчас, она для нас важна тем, что у нас появляется связь здесь, в воплощенном состоянии, не просто уход в какую-то трансценденцию, в самадхи, в транс, а вот с открытыми глазами можно видеть и чувствовать, и переживать присутствие божественное. Это очень важно для гиты. Потому что если уходить лишь в транс, то, собственно говоря, этого будет недостаточно. Вот мы читали уже это, мне кажется. Ну, давайте еще раз тогда. Матчитта мат гатапранах будхаянтах параспарам катхаянтасча мам нитьям тушьянтича рамантича. На меня... Читали, да? Читали. На меня возложив, так сказать, или обо мне, на меня сконцентрировалось полностью свое сознание, на меня возложив всю свою жизнь, мне отдав всю свою жизнь, матгата прана, кому ушла вся прана, кому ушла вся жизнь, да? Бодхаянтах, пробуждая параспарам друг друга, так сказать.
катхаянташчамамнитьям, рассказывая обо мне постоянно, тушьянти, радуется, рамандича, и как бы еще радуется и... И радуется. Да, радуется и снова радуется. И блаженствует. Радуется и блаженствует постоянно. Вот такая, такое переполнение любовью. Да? То есть, когда такая мощная, сильная любовь, то отдать свое сознание, свою жизнь, это очень просто. Да? Потому что сама любовь — это и есть сама отдача. Да? Можно просто ей последовать, и она все сделает сама. Тут не нужно будет делать никакой суренды. Суренды происходит автоматически. Это просто буквально строки для искренности, которые переходят в gratitude. Да, может. Там у матери была цитата, что источник энергии только божественный. Я вот помню, что все сознание обращенное только к нему. У него там много этих... Прям здесь точно такие же строки. И, она, и здесь он уже переходит, что он рождается в этом gratitude. Да, интересно. Gratitude как любовь, да. Это и есть любовь к божественному. Причем такого очень утонченного, да, характера. Это не просто любовь там такая витальная. Это еще рафинированная духовная любовь, да. Рафинированное слово такое, материальное. Мы разговариваем материальным языком. Окей, ну вот если ты хочешь, да, вот тебя можешь взять эту. Ага, а мне чуть побольше можно? Да, да, конечно. Чуть, ага, спасибо. Тешам. Тешам сатья юктанам. Бхаджатам пратипурвакам пурвакам дадами будхи йогам там йена маму паянти паянти те тешам сатата юктанам. Те, которые юкта, это соединенные, ну, юктаном. Бхаджатам притипурвакам, то это все генитив. Тешам сатата юктанам бхаджатам. Все генитивы, плуралис. Ну, это вот сата там, это, наверное, в сати, то есть в сознании соединенные, да? Те, которые в сознании... Сатата означает постоянные, да? Сатата. Где... Те, которые постоянно соединенные... Бхаджатам. Ну вот. Любящие. Любящие, да. У них притипурвакам. Притипурвакам согласно любви, дословно, или как это сказать? Наполненные, вот, да, они вот чем-то. Вот эти приянти, да, да, наполненные, да, любовью. Прити, прити — это любовь, да, пурвака, так сказать, да, действительно, пурва — это... То есть у которых, которых, можно сказать, любовь ведет лишь, да? Ну, они полны любовью, да. Да. Сразу почему-то кришнаиды вспомнили с их витальными. Ну, их тоже занесло, да, куда же денешь. Да. Дадами — это я дающий. Да, даю. Я даю будхи, да, будхи-йогам, просветленную йогу тем, которые меня упаянти, те, которые ко мне пришедшие. Да, идут ко мне. И там ена мам упаянти те, которые они приходят ко мне, да, дословно. Йена, которой, йогой. То есть я даю ту йогу, которой они смогут ко мне прийти. Такая прийти пурвакам, исполненной любви, может быть, да.
Кришнаити вспомнились, да. А мне сразу вспомнился этот образцовый театр. Помните, этот был такой конференсье там. Любовь, любовь, любовь. Эти три слова как-то незаметно приблизили нас к концу нашего спектакля. Эти три слова. Любовь, любовь, любовь. Так, такой тонкий юмор, да. Конференсье может говорить все, что угодно. То есть, да, Будда и йога. Вот это тоже интересная вещь. То есть он дает йогу ума, то есть высшего ума Будды, которой можно прийти к нему. То есть нужна какая-то постоянная ментальная ориентация в этой йоге. И если ее нет, то можно действительно стать кришнаитиком, да? Можно выпасть из и попасть в другую ловушку, в ловушку витального или там религиозного сознания, или еще в какое-нибудь. Нужна Будда-йога. То есть он должен каким-то образом дать человеку, любящему его, установить вот, да, установить вот этот, наверное, простроить. Дать ему способ, метод, ориентацию, да, или инструменты, или постоянное какое-то узнавание, да, вот эту вивеку, развлечение, которое поможет ему разобраться. Потому что психическое еще не родилось, а у него уже вот эта любовь психическая уже присутствует, но оно еще не вышло на передний план и не может взять на себя руководство природой. И поэтому ему нужна Будда-йога пока. А потом она, наверное, будет не нужна. Ну, если учесть, что те же ментальные планы родились из сердца, то он очень последовательно говорит. Помнишь там, что из сердца родился ментал? Ну да, манас, да, вышел из сердца Пуруши. Да, ну Пуруши, универсального Пуруши, того самого, нерожденного. Да. И он из сердца ведет в Будхи-йогу. Ну, вот Кришна здесь. Ну, вот я так, чисто ментальная спекуляция, простите. Ну, ничего, нет. Хорошо, очень хорошо. Ум действительно носит. Но здесь не Будды он дает, а Будхи-йогу, интересно. То есть привязку Будды к Божественному. То есть в уме начнет работать вот эта постоянная необходимость мыслить, да, необходимость искать Божественное. И поэтому он этим придет к нему. Хорошо. Тешам Ивану Кампартхам Ахам Аджнянаджам Тамах Нашаям Ятма Бхавастху Джняна Дипена Бхасвата. Тешам Ивану Кампартхам Тешам Эва, ну кампартхам. И ради, так сказать, анукампа. Анукампа – это, так сказать, дрожать или сопереживать. Да? Ради сопереживания, так сказать, их, я, их тамас, их вот эту вот тьму, аджнянаджам, которая родилась из незнания, из нереализации самого себя дословно, она родилась, тьма. Наша ями, я разрушаю атма-бхавастхах, находящийся в их бхаве, находящийся в этом чувстве любви, да? Джняна Дипена Бхасвата и тоже светом знания, самореализации, да? Которая да, там светом знания все тут больше ничего нет. Бхасвата. Бхасван
Басват — это, так сказать, обладающий знанием, то есть, извиняюсь, бас — светом. То есть, как это перевести? Лампой или вот пламенем знания, исполненным света. Вот так. То есть, как бы тавтология получается. Дипа — свет, бах — тоже свет. Ну, дипа — это как бы лампа или вот еще есть слово у нас какое-то. Не лампа, а лампа, где горит огонь. Тоже лампа, да? Нету другого слова. Где есть фитиль и горит огонь. Вот такой. То есть светом самореализации. Пребывая в этой бхаве, сам пребывая в этой бхаве, разрушаю тьму, рожденную из нереализации самого себя, то есть где тебя нет. То есть у нас есть какая-то часть, которая не знает самую себя. Да? То есть это несознательное в нас. Он разрушает эту тьму. Ради сопереживания анукампартхам. То есть out of compassion, да, как Шёбинда переводит, for them. Ради, так сказать, я перевожу дословно сопереживание, то есть, а здесь compassion, ну, оно похоже на сопереживание, да, когда ты дрожишь вслед кому-то, когда чья-то боль или чья-то радость тебя тоже захватывает. Да. Это чуть ли не витальное какое-то явление, но оно тоже может быть на уровне психическом. И оно отличается от витального, мы уже это говорили об этом, тем, что идет настоящее сопереживание, а не какое-то витальное. Что-то я плохо это все перевел, это здесь. Здесь есть еще что-то, но вот я не вижу пока. Здесь очень интересное вот про тьму, рожденную от нереализации самого себя. Мне кажется, в таких фразе там очень скрывается вся манифестация, по сути. Да. Аджиньяна джан, рожденная из нереализации. Или незнания. Да, это тоже Шёбинда переводит джняна как самореализация, то есть self-realization. Очень интересно, он нашел этому смысл, потому что если мы сравним разные слова по знанию, они имеют разную коннотацию в санскрите. Мы уже об этом говорили не раз, наверное. Например, вид — это обнаружить, найти, да, то есть каким-то образом прийти к чему-то. Но джняна, от корня джня, это реализоваться, то есть иметь состояние. То есть это какая-то реализация внутреннего или своего сознания. То есть вообще я начал тут смотреть в этот что такое сознание по Шри Аурабиндо, то очень интересная появляется связь с функциями сознания, о том, о чем мы все время говорим, IPK, нашим видением. То есть сознание, оно, собственно говоря, использует эти инструменты или свои функции для манифестации. Да? Все эти функции сознания, они были созданы в универсальном Пуруше, которые от него отделились и, собственно, манифестировались в этом тамасе, да, который себя не знает. И манифестируясь в нем, они привлекли сознание Пуруши в него. Да. Собственно, Пуруша есть сознание, а его функции, то есть видение, слышание, там, мысль, слово, все эти функции, они, собственно,
нужны для его манифестации. И поэтому они его, собственно, знать не могут, да, эти функции. Они могут лишь его переживать и дать ему наполнение, да, то есть не дать ему наполнение. Он может их наполнить, да, и наполнив их, он может реализоваться в манифестации. Вот такая вот, такой диод, да, нету обратной связи. То есть одна связь от него к ним, потому что они есть производные его. Они есть его акции. Акции не могут знать того, кто действует за ними. Да? И в этом весь секрет этих функций сознания. Да? Они его представляют здесь, манифестируют, но они его знать не могут, потому что он есть знающий в них. Да? И это очень... Но каким-то другим способом, не функциональным. Да, я даже пошел дальше. Я углубился и попытался посмотреть, как эти функции манифестируют его в его глубинном сознании. Например, видение, которое как revelation, да, как откровение, или как вот witness, да, witness soul, как вот сам... Вот свидетель, да, это тоже видение. Но даже там, в той глубине, можно уйти еще глубже и увидеть, что, собственно, сознание даже в том смысле оно есть акцией. Даже witness — это есть его акция. То есть это удивительная вещь. Реальность этого сознания уходит глубже. Даже супраментальное сознание, да, в своей полноте comprehensive cognition, этого понимания всего, связи всего, это тоже есть акция. То есть, и даже слово как манифестация, как логос, как первое движение вот, его воли к манифестации, как проявление его высшей интенции, да, это тоже есть акция сознания. То есть вот эти глубина акций уходит в самую вот эту трансценденцию его существа. Да? Но и все же эти акции не могут знать его никогда, да? Потому что они есть производные от него. Такая интересная мысль. То есть, конечно, все, что родилось от несамореализации здесь, вот это тамас, тьма, она должна быть каким-то образом его присутствием разрушена. И он, находясь в этой атма-бхаве, в этой бхаве самого себя, self-бхаве, он разрушает светом знания. Интересно, что не чем-то другим, а светом знания разрушает. Интересно, что он разрушает. Он не преобразует, а он разрушает. Это тоже интересно. Даже уничтожает, да, наши, заставляет исчезнуть. Он не ломает, да, крошит, а заставляет исчезнуть. Ну, как свет рассеивает тьму. Вот так это. Окей, ну вот возьмем 12-й тогда. А здесь идет, здесь, наверное, речь такая, ну не про психическое движение, да, то есть ну, то, что вот он говорит, да, потому что... Хоть не совсем известно, потому что атма-бхава-стхах, находящийся в этом бхаве, в этом чувстве self. Я вот сегодня утром, когда просыпался, я все как-то хотел добраться, что же такое сознание, вот это я с вами делился, да, что я увидел, что даже эти высшие формы проявления, как revelation, и, так сказать, inspiration, intuition, они являются, собственно, акциями сознания. У сознания есть какая-то...
вот это вот, что он говорит, атма-бхава, страха, это как будто бы кто-то взял из моего сна, да? То есть находящийся в ощущении себя. Да? Вот это находиться в ощущении себя дословно. Атма-бхава, страх. Вот это ощущение себя, оно, конечно, может пониматься тоже как и эго, но здесь речь идет не об эго. Я вот попробовал закрыть все акции сознания, то есть убрать видение, убрать слух, убрать слово, убрать мысль. Я все поубирал, да, и смотрю, что же останется. Ну, это так во сне, так в полусне. Ну, witness. Да. И witness тоже исчезает, то есть нету даже witness. Ну что же остается? Остается вот это вот ощущение самого себя. То есть ты каким-то образом не исчезаешь, когда все акции или функции сознания не действуют, то есть не активизированы, они не активны. Может быть, я тогда начал смотреть, может быть, они пассивные, то есть это пассивные, это тоже акция своего рода. То есть, ну, например, тишина, да, ты узнаешь тишину, то есть пребываешь в тишине, это слух, да? Или там не видишь ничего, то есть пребываешь в полном, таком сказать, ничего не происходит перед глазами, значит, только чистый свет, свет все заполнил, больше ничего нет, даже нету узнавания тьмы, нету никаких переливов цветов, просто вот одно, вот белый свет, да, все одно. Но это тоже видение. Да? То есть я начал и это, в это вглядываться. Да? И там тоже можно от этого тоже уйти. То есть у сознания как бы есть своя собственная позиция. И более того, ее можно, как мать говорит, направлять. Эту позицию самоощущения можно направлять в любую сторону. И она направляется то ли в слух, то ли в видение. Поэтому мы описываем это как тишину или безмолвие, или как глубину, или как свет, или как радость. Потому что когда мы направляем это самоощущение, да, сознание, оно и действует сразу через эти функции свои. Потому что самоощущение мы никак не опишем. Да. Никак. Оно просто находится там, и его можно переживать. Да, очень сложно его описать, потому что мы его описываем через функции. Функции, да. А его передать невозможно. Да, оно сразу ускользает и прямо чувствуется. Раз и нет, раз и нет, раз и нет. Это можно только пережить, да, то есть, и причем невозможно описать. Вот тут удивительная вещь. Только через функции можно описать. Поэтому и говорится в Кене Упанишад, меня прямо осенило, о чем вся эта Упанишада, что туда не достигают ни ум, ни слово, туда не доходят ни видение, ни слух, туда не добраться к нему. Действительно, к нему и туда не добраться, к этому сознанию. Ну, этими инструментами. Да, всеми инструментами сознания, всеми самыми важными, самыми главными инструментами туда не добраться. Нету возможности туда. Оно лишь может добраться к тебе. Да? Вот здесь такой вот, то есть, как оно продолжает, ена вага бьюдьет, это дева. Да? То есть, это не то, что говорится словом, а то, благодаря чему слово говорится. Это не то, что видит ум или видит глаз, видение, а то, благодаря чему видение видит. Какая интересная. Не то, что ухо слышит, а то, благодаря чему ухо слышит вообще. Или мысль мыслит, или жизнь живет. Это благодаря ему жизнь живет. Как только она отойдет, а вот все эти функции, они возомнили себя вот творцами. Вот эта последняя глава,
они решили, что они великие, они создали мир. Конечно, они, и через них все было создано, но не увидели присутствия Брахмана. И вот он перед ними явился, и они его не узнали. Они не узнали Брахмана, свой источник, всей своей силы. И вот потом Индра узнал его, и через него они все пришли к нему. Вот эта Упанишада, она как раз ставит все на свои места. И вот когда они пришли уже к нему, он стал их источником, они стали проводить его свет в манифестацию. Вот это здесь та же самая, просвещение или уничтожение тьмы светом знания, то есть светом сознания. Вот. Светом самореализации — это светом вот того самоощущения, да, присутствия сознания. Он в них проникает и развеивает эту тьму. Окей, ну вот 12-е. Что тут Арджуна сказал? Да? Я? Ты? Или я? А, давай я. Арджуна увача парам брахма, парам брахма, павитрам парам бхаван. Парамам бхаван. Пурушам шасватам дивьяма. Дидия мат. Адидева. Дивья мадидева маджам вибху. Да, это он весь. Пурушам шашватам дивьям адидевам аджам вибху. Арджуна говорит, этот высший брахман, Дхама, высшая чистота, павитрам, да? Павитрам, да, это павитрам парамамбаван. Дхама — это от корня дха устанавливать, то есть, как бы сказать, высшее место пребывания. Или... Чистого, да? Павитрам парамам, да, высшая чистота или верховная чистота. Высшее существование, да, бхаван, да, то, кто присутствует. Бхаван — это дословно ты, да, это вот такая, как это сказать, вежливая форма. А, ты высший брахман, ты высшая чистота, ты пуруша, шашватам вечный. Вечный Пуруша, Дивьям. Божественный, дословно, да? Дивьям. Да. Божественный. Адидевам. То есть это еще что так? Богам. Первый, единственный лорд, да? То есть, да, единственный Бог. Аджан Вибхум. Вибхум, нерожденный. Аджам, нерожденный, Вибхум, господин или Господь. Господь. Да? Приветствовал так. Да, а там продолжается агухтвам, они говорят о тебе. То есть вот это все аккузатив, да? Здесь переходит агухтвам. Тебя называют Ришаях Сарве, все риши. Деварших Нарада Статха и Девариши Нарада тоже. Асито Девало Вьясах Своям Чайва Бравиши Мей. И Асито Девало был такой тоже. Асито и Девало и Вьяса, все эти великие риши один за другим. Своям Чайва, и ты сам о себе Бравиши Мей говоришь так же. То есть ты говоришь о себе как о высшем духе, как о высшем месту пребывания или изначальном
Место пребывания — плохое слово. Обители, да, изначальная обитель. Чистом верховном, чистоте верховной, как поруше вечном, божественном, изначальном Боге, нерожденном Господе. Говорят о тебе все риши, и Дева Риши Нарада тоже, и Асита, и Девала, и Вьяса, и ты сам о себе так говоришь. Сарвам этот ритм манье, Янмам вадаси кешава нахите бхагаван вьяктим видур дева надановах. Сарвам этот ритм манье. Я думаю, что это все истина. Сарвам этот, все это, ритм истина манье, я думаю. Янмам вадаси кешава. Что мне ты говоришь, о Кешава? Нахите бхагаван вьяктим. О Бхагаван, нету твоего, так сказать, проявления, или не знают на видух ты, они не знают твоего проявления, о Бхагаван, твоей манифестации. Кто они? Девах на дановах. На девах на дановах, не боги и не китаны или асуры, дану, from дану, которые родились от разделенного сознания. Ни боги, ни асуры не знают тебя, твоего проявления. То есть здесь идет мистерия сознания, вот того сознания, у которого нету, оно бесконечно, и проявления его тоже бесконечны. И они, их нельзя, ухватив его проявление, сказать, что это он до конца, потому что он еще не проявился в своем бесконечности. Да? Он никогда не сможет полностью себя проявить в своей бесконечности. Все время останется что-то, чего мы не узнаем. То есть здесь нет как бы обратного хода к нему. Но его воплощение возможно через эти функции. И дать ему воплотиться здесь через себя, через свое сознание, это единственное, что нам остается. Ну, и богам с титанами тоже. Всем. Мы все есть проявление его. Хорошо, остановимся на этой шлоке, да, сегодня? Такой... А может, еще одно возьмем или не надо? Давай. Давай, ну давай, возьми. Это лучше ты тогда, это не так долго будет. Своям эва атманатманам ветхатвам порушоттама бхута бхавана бхутеша дева дева джагатпате. Своям эва атманатманам ветха, ты знаешь себя собой, лишь себя собой ты знаешь. О Пурушоттама, о высший Пуруша. Вот здесь впервые вводится, второй раз вводится этот термин Пурушоттама. Был один раз, и он его упоминал в 9 главе. В секретном Раджа, Видья, Раджа Гуя, в секретном царственном секрете, царственном знании. Вот Пурушоттама Шри Аурабиндо этому термину дает очень такое важное значение. Бхута бхавана, бхутеша. Ты есть тот, который поддерживает всякое становление. Бхутеша, о ты, лорд всего становления. Дева-дева, бог богов, джагат-пате, господин мира. Сам себя лишь ты знаешь, о Пурушоттама. Пурушоттама — это как раз тот термин, который объяснит нам все, почему сознание невозможно узнать
через его функции. То есть оно лишь может наполнить эти функции своим присутствием и таким образом явить себя. Явив себя, мы будем его знать, да? Но самими функциями его не узнать. Пурушоттама — это как раз та позиция божественная, которая свободна от своей даже высшей манифестации, парапракрити, от своей трансцендентальной природы. Нам, наверное, вот здесь в следующий раз мы возьмем Шри Аурабиндо Упанишад, есть такая Упанишада, и прочитаем первую главу, где Шри Аурабиндо как раз объясняет это на санскрите. Если вы хотите, мы можем взять, это очень, кстати, хорошая идея появилась. Он объясняет, как Пурушоттама свободен от своей высшей природы, от своего бытия и небытия, от своего вот даже сознания, да? И от своего блаженства и неблаженства. То есть нечто, которое даже свободно от этого. Он свободен от своего бытия и от своего небытия. Вот если это можно представить. То есть это трудно представить тем, которые являются его манифестацией. Да? Но где-то у нас есть его присутствие, элемент этого сознания, Пурушоттамы. Вот это и есть полная свобода. Быть свободным от бытия и небытия. Представляешь, что такое? Ты свободен от того, что ты не есть даже. Это засмеялись функции сознания. Им показалось удивительно эта вещь. Это они засмеялись, и что-то такое радостное в сердце, такая волна какой-то радости. То есть это психическое, оно хочет явить эту абсолютную форму Верховного здесь. У него тоже есть. А у этих, да, они тоже, они все время хохочут эти. Подхихикивают, ну говорят. Не в этом смысле. Они по-доброму смеются. Нет. Хотя, наверное, тоже у них есть элемент там тоже. Такой был просто один взгляд свободы от всякой зависимости от всего. Да? Какой-то момент вечности, которая даже свободно от вечности. Окей. Ну, в следующий раз мы тогда возьмем вот этот, отсюда начнем и глянем на первую главу Шри Аурабиндо Упанишад, если захотите, да? Не против? Да. Там пару строчек мы просто прочитаем, посмотрим, как Шри Аурабиндо объясняет высшую природу. То есть сагуна и ниргуна брахмана. То есть брахман без качеств и брахман с качествами. Зачем они эти? Бытие и небытие. Какая идет игра между ними. Хорошо, ну все тогда на сегодня. Тогда мы закрываем. Я закрываю мантру. Ом сарве бхаванто сукхинах, сарве санто нирамаях, сарве бхадрани пашьянто, ма кашчит духа бхаг бхавет. Ом шанти, шанти, шанти. Хариом. Пока. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое.